Всем привет! Мы с вами практически в Голливуде. Просили показать эту гостиничку. Я вспомнил. Кавказская еще куда-то там такое, в общем. В общем, мы рядышком с вокзалом, в районе маленьких красивеньких домиков по улице Адоевского. Недалеко от Голливуда. Вот так вот сложилась судьба. Если честно, времени катастрофически не хватает. Я вот сейчас вот сбежал ненадолго, чтобы снять хотя бы один ролик, так как сегодня ролик у вас практически не будет. Вот, ну может ближе к вечеру. Ближе к вечеру будет там вечерний какой-то там. Еще что-то снимал. Закат снимал вчера, был прикольный. Так вот, в Голливуде намывают окна, намывают стекла. Тут лодку выгнали. Ну а мы вдоль домиков. Номер 97, я так понимаю, тут их много, квартир всякие разные. Направляемся в сторону моря, ну, конечно, до сотого, наверное, 101-го дойдем в том числе. Попозже сниму ролик, такое обращение к трудящимся по поводу вот всяких различных заявок трудящихся. Вот видите, Корое до нового сделали, прямо аж блестит. Все чистенько, красивенько. Ну, про чистенько, красивенько, все это я, наверное, перегнул, ну, сами понимаете, вот такие здесь дела. Но вот в данном случае та стена была чистая и красивая. Тут не поспоришь. Рядом с нами прям Марина. Санта-Лючия, блин, какая-то. Ну, я как обещал, пойду в ту сторону. Смотрите, как цветет. Глициния. Цветы опадают на кактус, и кажется, что кактус тоже цветет. Кстати, неплохо пахнет. И пчелки рядом с ней, смотрите. Очень красивое растение. Единственная у него проблема одна. То, что цветет она, ну точнее не проблема, а такова у нее судьба, что цветет она только где-то в мае. Нет, она может цвести два, там раза у нас в прошлом году зацветала и в июне, в июле даже, кажется, цвела. Но это уже не такое активное цветение. Что-то не то чуть-чуть уже. Вот, ну, в данном случае сейчас майя очень радует глаз. Слева, кстати, у нас там остался пляж «Морской бриз». Я туда уже сегодня не пойду, сейчас со временем несколько ограничен, но полетать, может быть, и полетаю. Так что имейте в виду. Здесь вот тоже ряд домиков всяких прикольненьких, маленьких, обитых уже сайдингом. Уже более-менее такой, знаете, ну, такой вот стиль. Вот именно в том закуточке такой прикольный, красивенький стиль. Везде ведутся подготовительные работы. Все, вон, у кого-то унитаз там валяется во дворе, у кого-то то, у кого-то сё, у кого-то шорты вообще вон сохнут. Может, это плавки такие. Мы тоже занимаемся. Поэтому я же и занят все время. Кто-то с доброй душой нарисовал такую вот картинку, поставил нам здесь. Такое маленькое яркое пятно в жизни Лазаревского. Бизнес. Видимо, бизнес не попер. Старенький такой бизнес. Одним из штормов накидало сюда песка. Вот почему-то вот именно в этой части его никто не убрал. Черные камни. Странно даже. Должно быть что-то все такое белое, красивое, яркое. Что-то типа вот этого. Черное как-то не тот цвет. Не наш цвет черный. Ну, мы приближаемся к бело-голубенькому дворику. Яркому, красивому, который хочется вот смотреть на него и смотреть. Смотрите, ничего такого. Все время, наверное, одну и ту же фразу говорю я. Цветочки, маленькая такая тропиночка, мангальчик, второй ярус. Вот тут места-то не так-то уж и много, но как-то так уютненько, все красивенько и здорово. Молодцы, тимуровцы. 101 дом. Ну, что делать, человек покинул, любитель этого дома, наш блок, ну, все равно показывать будем. Ну что, вот так напомнил вам чуть-чуть про эти места,
просили показать. Ну, правда, просьба была про Голливуд. Ну, коль же здесь подойду к морю. Давненько я не приходил вот именно к этим бетонным блокам. Море здесь тоже чистое. Прям как будто ощущаю себя, опять же, повторяюсь, уже в районе маяка. Ну, такая есть у нас гостиница, как выяснилось. Сам не знал, вот, буквально на днях узнал. Конечно, пляж здесь, может быть, выглядит не очень респектабельно, так вот, знаете, как-то даже непонятно, некрасиво кое-где. Но есть надпись «Туалет 30 метров туда», «Зенит Питер», явно не москвичи писали. Вот такие бетонные глыбы, о которые во время шторма замечательно бьется море. Волны, море, очень красиво. Водичка прям вот, прям вообще супер-пупер. Прозрачная, чистая. Только хочется занырнуть, но потом что-то, когда задумываешься, что-то меня останавливает. Я позаныриваю на нее. Что-то расхачивается. Солнышко было, потом пропало, и непонятно, будет оно после обеда, не будет. Ну, в любом случае, классно. До пляжа «Морская звезда» буквально, ну, не знаю, метров 300, даже меньше, наверное. Но туда мы сегодня не пойдем. Мы там были не так давно. Попозже, хотя, может быть, во второй половине дня, если будет время, я прогуляюсь. Всем говорю пока, всем привет из Лазаревского. До новых встреч в эфире. Народ гуляет, вон видите. Мы с Тамарой ходим парой. Всем пока.